Вы были очень близки к тому, чтобы сотворить главную сенсацию этого сезона. Вот, но, к сожалению, в овертайме не получилось. Как думаешь, с чем связано поражение? Ну, я думаю, что всю игру решил один единственный момент на исходе четвертой четверти. Знаете, я чувствую себя как Стивен Джерард в финале. Да, который едва не стал триумфальным для Ливерпуля. Ну, знаете, это просто, я считаю, неудача и все. Мы будем просто в следующий раз стараться выигрывать с более крупным счетом, чтобы не доводить дело до такой исходной стадии. А как удалось игрока из Индианы к себе пригласить? Ну, я ему... Не, ну, знаете, я бы не хотел это разглашать, это коммерческая тайна. А если он захочет, он, возможно, вам расскажет. Спасибо.